Праймерис «Единой России». Окончен прием заявок участников предварительного голосования. Всего подано 50 заявок, из них на финишную прямую вышли 45 кандидатов, и большая часть из них беспартийные. Первоначально завершить выдвижение на предварительное голосование планировалось 29 апреля, но процедуру продлили до 14 мая. С учетом пандемии мы полностью вынуждены были отказаться от массовых встреч с избирателями. Но каждый кандидат подготовил свои два ролика. Все эти обязательства выполнены. Предвыборные ролики свои с автобиографией, и любой желающий может ознакомиться с этой продукцией на сайте. На сайте можно и проголосовать за участника. Это сделать необходимо с 24 по 30 мая. Легитимность и безопасность в приоритете. Также Василий Гвоздев отметил, что на федеральном съезде партии, что пройдет в июне, вероятнее всего экс-губернатора Ульяновской области Сергея Морозова выдвинут в качестве кандидата на выборы депутатов Госдумы Российской Федерации 8-го созыва. Они, кстати, состоятся в единый день голосования 19 сентября. Избираются 450 депутатов поровну по одномандатным избирательным округам и от политических партий.